Это выставка World Food 2022, и с нами спикер сессии Людмила Корнюшкина. Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, что за сессия была и о чем вы там говорили? Здравствуйте. Только что завершилась сессия по развитию СТМ в торговых сетях, по созданию брендов, новых брендов СТМ. Мы говорили о том, как надо развивать в нынешних условиях это направление, насколько важно давать понимание покупателю, что именно этот бренд является собственной торговой маркой сети, как работать в сегодняшних условиях, на чем делать акценты, какие перспективы развития собственной торговой марки в торговых сетях, ну и так далее. Очень интересно. Если для тех, кто не присутствовал, тезисно, так как сейчас в текущих условиях развивать бренды, да, и какие в этой области есть веяния, течения и тренды? На сегодняшний день все больше покупателей переключается на покупку товаров, продукции под торговой маркой. И все больше категорий наполняются именно продукцией под собственной торговой маркой. Покупатели охотно их приобретают, потому что это гарантия идеального соотношения цены и качества в любом сегменте и в любой, в принципе, категории. Скажите, бренды СТМ, вы говорите, покупатели берут, да, потому что будет хорошее, не задорого. А может быть, тогда у брендов СТМ есть, как сказать, потенциал вытеснить все остальные бренды с полок? Зачем выбирать, если я всегда выберу вот это хорошее и недорогое? Я думаю, что такая перспектива очень далекая. У нас еще на самом деле не такой большой процент, не такая большая доля СТМ в общей категории. Есть куда расти, потому что западные бренды, они составляют 60-70% категории доля марок, собственных торговых марок. А у нас, конечно, в каждой сети по-разному, но тем не менее нам есть еще куда расти, и емкость рынка позволяет это делать. Хорошо, если мы будем так угадывать, я не знаю, предполагать, ну, предположим, мы нарастим объемы и нарастим ассортимент. В какой-то момент может случиться так, что у нас на полках будут вот только собственные бренды? Ну, у нас уже на сегодняшний день есть торговые сети, которые работают только с собственной торговой маркой. А в нашей торговой сети пока нет такой стратегической задачи 100% ассортимента сделать под собственной торговой маркой. Мы стараемся, чтобы каждое наше новое SKU, вводимое под собственным брендом, было идеально проработанное, было хорошо продуманное, была экспертность в категории на лицо, и чтобы этот товар содержал лучшие уникальные свойства, и преимущество этого товара было понятно и знакомо покупателю. Спасибо вам большое, спасибо за работу на этом форуме, удачи вам.